как пополнить свой рекламный кабинет ВКонтакте и получить возврат 10%. Сегодня поговорим про сервисы пополнения сетей GetUnique. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И прежде чем я вам расскажу о том, как пополнить рекламный кабинет ВКонтакте и получить возврат 10%, рекомендую подписаться на мой канал. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках, где я буду также рассказывать о других полезных, крутых сервисах, которые позволяют зарабатывать больше, позволяют продвигать ваши видео. Ну и, конечно же, все, что необходимо сделать, чтобы раскручивать свой бизнес, свое дело через YouTube. Но сегодня мы поговорим именно про сервис ВКонтакте. Почему? Потому что я также привлекаю целевую аудиторию для себя не только через YouTube и Google AdWords, да, хотя про Google AdWords я запишу следующий ролик. Вот. А в этом видео покажу, как я использую этот сервис ВКонтакте. Итак, значит, что необходимо сделать? Ссылку на сервис GetUnique я вам оставлю в описании к этому видео. То есть вам необходимо будет зарегистрироваться, пройти по ссылке, ввести логин, пароль, или вы можете это сделать через свой там кабинет ВКонтакте, но я вот зарегистрировалась через логин, пароль. Регистрация самая наипростейшая, показывать этого не буду, да, то есть вам придет информация на почту, что вы зарегистрированы, и дальше вы уже заходите. Вам предоставится вот выбор разных социальных сетей, да, рекламных, вот Яндекс.Директ здесь в том числе есть, но я на данный момент пользуюсь двумя, это ВКонтакте и Google AdWords. Сегодня мы разбираем пример ВКонтакте. То есть смотрите, вот у меня сейчас пока что Яндекс.Директ не подключен, у вас будет здесь вот такая синяя плашечка для подключения ВК. То есть вы нажимаете на ту сеть, которую хотите подключить, и у вас здесь будет информация, как подключить. Вот, то есть вы читаете эту информацию, если вам понятно, нажимаете «понятно», и, соответственно, проделываете эти все действия. Яндекс.Директ мне сейчас не нужен. Я сейчас зайду уже в свою подключенную сеть ВКонтакте. Да, вот смотрите, нажимаем. И здесь вот внизу тоже есть инструкция, как подключить. Давайте с ней ознакомимся. Значит, добавление аккаунта ВК происходит автоматически для нового или действующего аккаунта. Если вы залогинены на ВК, то после нажатия «Добавить сервис» автоматически добавит данный аккаунт в GetUnique. Если не залогинены, то вам откроется страница авторизации ВКонтакте. И если вы не зарегистрированы или хотите создать отдельный аккаунт, то вы можете зарегистрироваться и после этого нажать «Добавить» в интерфейсе GetUnique. После пополнения баланса в аккаунте ВК появится выпадающее поле выбора кабинета, личный кабинет и кабинет агентства. Я вам сейчас покажу на своем аккаунте, как это выглядит. Вот смотрите. Давайте нажмем «Таргетинг». Я думаю, что если вы рекламу в ВКонтакте настраиваете, вы знаете, где это нажимается. И вот здесь у меня, как видите, вот это мой основной кабинет рекламы ВК Измайлова, в котором я до сервиса GetUnique настраивала рекламу. И вот у меня появился теперь кабинет агентства. Да? То есть я могу легко переключить на вот этот рекламный кабинет, а могу перейти на кабинет агентства, который у меня подключается к сервису GetUnique. И вот, как вы видите, здесь у меня общий лимит 3960, я уже несколько раз пополняла через GetUnique, вот у меня GetUnique Измайлова, да, вот я сюда захожу, и я вижу, что общий лимит у меня такой-то, и здесь у меня настроены разные компании. Вот, давайте запомним эту цифру, 3960 рублей, да, сейчас на сервисе, потому что мы сегодня будем пополнять мой кабинет. Итак, значит, необходимо выбрать кабинет агентства, как мы сейчас сделали, и далее вы увидите историю пополнения и можете работать с кабинетом. Важно, если вы не пользуетесь кабинетом более месяца, то они могут закрыть кабинет как неактивный, и при этом повторное открытие кабинета, но все данные будут удалены без возможности восстановления. Да? То есть ознакомьтесь с этой информацией, остаток вам на WebMoney выведут по запросу. Вот. И доступ к рекламному кабинету, вот этому новому созданному, вы также можете предоставить, например, своему администратору или тому, кто будет, если вы сами рекламу не настраиваете,
да, а, допустим, ваш сотрудник или помощник, то вы можете дать доступ. Как это сделать? Вот здесь написано. Почитали, нажимаем «Понятно». Сейчас покажу, как дать доступ. Вот здесь три точечки, доступы. Ну, на самом деле, здесь все просто. И вот здесь мы находим, добавляем, вот здесь нажимаем «Добавить аккаунт». И добавляем сюда уже того человека, профиль, его в ВК, ставим ссылку. Да? Ну, я думаю, все вы знаете, где брать ссылку на профиль ВКонтакте. Я сейчас зайду на мою страничку и возьму ссылку на свою страницу. И вот сюда, эту страничку, ссылка на профиль мы ставим. И выбираем, кто это будет, администратор. Значит, администратор. Нажимаем «Добавить». И сейчас этого делать не буду. Возвращаемся обратно. И теперь нам необходимо пополнить кабинет. Чтобы пополнить кабинет, необходимо нажать на вот этот номер. У вас будет присвоен номер кабинета. Нажимаем. И нажимаем «Пополнить». А, кстати, пока еще не пополнили. Вот, смотрите. Здесь я уже несколько раз пополняла на 900 рублей, и все работает, все замечательно. Сейчас покажу, сколько вам будет начислено, да, при пополнении через этот кабинет. Значит, я выбираю здесь банковскую карту Юлия Измайлова, сумма 900 рублей, а будет зачислено 990. Но спишется с карты 923. То есть, если посчитать, то это действительно реально 10% вам возвращается, и у вас на счете в рекламном кабинете будет 990 рублей. Меня все устраивает, я нажимаю «Перевести». Это, кстати, минимальная сумма. Если вы, например, 500 попробуете перевести, то он напишет, что минимальная сумма 900. Вот, нажимаем «Перевести». Здесь необходимо ввести данные карты и нажать «Оплатить». Я пока остановлю запись, введу данные и оплачу 923 рубля. И видим, что оплата проведена. Все отлично, я закрываю. Сейчас посмотрим, обновим. Здесь, видите, 94 рубля. Сейчас обновим GetUnique. И у меня получилось 1084. И теперь, если мы перейдем в рекламный кабинет, вот у нас было 3960, обновим его. И мы видим, что стало 4950. То есть, соответственно, 990 рублей поступили. И я могу теперь спокойно продолжать работать со своими рекламными кампаниями. Благодаря кабинету в GetUnique я вернула в очередной раз 10% суммы пополнения своего рекламного кабинета ВКонтакте. Ну, на этом у меня все. Если вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно используйте этот сервис, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Я там расскажу про то, как пополнять Google AdWords обязательно. Вот. И для самых быстрых, да, скачивайте уже сейчас бесплатно мой PDF-отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube. Он находится... сейчас вы видите на экране. И смотрите другие ролики. С вами была Юлия Измайлова. Пока-пока.